Всем привет, это компания Zaptea. Сегодня у нас на обслуживании Hyundai Porter, первого поколения. Так, что мы будем делать? Сегодня мы будем делать ТО, то есть замена масла, замена масляного фильтра, топливный фильтр и воздушный фильтр. Так, двигатель здесь D4BH, 2,5 литра, дизель. Еще мы будем менять продольные растяжки, продольные рычаги, так как здесь в соленблоке все продавлены. Ну и человек еще захотел сами рычаги поменять. Еще нужно будет приварить как крепление стабилизатора. Вот такая еще история здесь беда случилась. Вот она будет снимать стабилизатор. Ну и приваривать. Ну и потом скот развал после замены этих рычагов. В принципе, все пока. Итак, крепление стабилизатора, точнее площадку под крепление стабилизатором приварили, уже на месте. Вот, осталось, что прикрутить стабилизатор на место и прикрутить новые растяжки. Соответственно, новые резинки будут, и после этого нужно будет сделать ход развал. Thank you.
так, заменили мы рычаги, то есть сейчас растяжка передняя, растяжка, как это называется еще. Соответственно, кастер у нас не в допусках, и он разный, слева и справа. Схождение тоже нужно будет поправить и развал. Но сейчас мы выставим приблизительно пока кастер в допуск, чтобы он был одинаковый. Потом мы займемся развалом, и уже после этого схождение нужно будет выставить. Чтобы кастер выставить, нужно будет, в зависимости от того, в какую сторону вам надо, то есть плюс или минус уводить, то есть нужно будет гайки попускать гайки, и гайками, то есть нужно будет сдвигать эту тягу, то есть либо вперед, либо назад, то есть куда нужно. В данном случае нам надо ее назад подвигать. То есть нам вот эту гайку надо выкручивать. А эту надо откручивать, чтобы... чтобы колесо уходило назад. В принципе, можно видеть по показаниям, что кастер уже понемногу двигается. На портере он должен быть плюс 3 градуса, плюс-минус градус. То есть нам еще нужно на 1,5 градуса его увести назад. Уже у нас попал в допуск. Ну, сделаем как почти идеальный вариант до 3 градусов. Теперь, как после того, как отрегулировали, нужно затянуть вот эту гайку, то есть зажать втулку и законтрагаить вот этой гайкой. Все, правый кастер мы выставили. Теперь нам нужно сделать то же самое с левым.
Так, развал мы сделали. Все у нас получилось очень даже хорошо. Кассия почти идеально. В общем, ну, все показания все отличные. На новых машинах даже так не бывает. Так, все остальные работы мы тоже выполнили. Заменили, получается, масло в двигателе. Масло, фильтр воздушный, фильтр топливный. Поменяли рычаги, заварили крепление стабилизатора. Ну и, соответственно, сделали развал. Все, машину опускаем, отдаем клиенту. Подписывайтесь, приезжайте к нам в сервис, ставьте лайки. И не ломайтесь.